Мы на долгожданной рыбалке. 22 июля. Приехали. Год не были здесь. Приехали мы к земляночке. Для нас это не новое место. А Коля с нами приехал. Он вновь сюда. Ой, в первый раз сюда. Приехал. И он уже у нас, Торопышкин такой, ушел рыбачить. Уже несколько забросов сделал. Вот такая красота. Просто не передать словами, как это все красиво. Чаша, огромное озеро. Рыбы здесь много. Щуки очень много. Стою я на таком высоком бережку. На мотоциклах втроем. Три мотоцикла, вернее, три водителя, два пассажира. Саша и я. Какая красота. Очень много комаров и оводов, но нас это не пугает. Вот наша техника. Ребята собирают снасти. И все. И мы пошли рыбачить. Да, Саша? Поздоровайся. Всем привет! С вами канал Стофити, и я ваш любимый Санечка. Сегодня мы приехали на наше озеро, которое называется Зеленое. Ну, мы его так назвали. Вот, будем ловить щучку. Половим, если ничего, то мы перейдем на озеро Окунёво, и там Окушково еще порыбачим. Сегодня у нас погода хорошая. Сегодня у нас 20 градусов, ветер 7 метров в секунду, северо-восток. Нет ветра. Такие подробности. Вот. Коля говорит, нет ветра. Мы здесь как-то были. Если вы посмотрите у меня на канале, то там увидите это озеро. Именно по записям вы увидите, где мы рыбачим. Ура, ура. Это большой секрет. Ой, а мы вдыхаем. Уже грипп видел? Да. Где? Уже первый грипп? Посреди дороги я не видел. Он говорит, грипп стоял. Поганка, наверное. Санька, ну-ка признавайся. Точно поганку видел? Я не ну, разглядел, поганка это тоже гриб. Сколько быстро ехали. Угу. Ну, но морожки ехали. Очень пошли. Много. Все, мы на рыбалочке. Все, смотрите нас. Ставьте, держите кулаки за нас. Вот. Ну, не хвост, ни чешуя. О, не чешуя. Все, мы пошли рыбачить. Давай. Сошла! Сошла. Саша! Ну что я могу сделать, смотри? Что такое? Да ничего страшного, это же мелкая. Это мелкая, уже пятая, наверное, сходит. Идешь? Большая. Сошла! Да. Так что мне сегодня твои промахи снимать? Молочная, надо брать. Она прям сама на крючочек просится. Сошла! Зараза, бляха! Ну, Саша! Страшно? Они друг друга видят! Ой, ёпересете, как страшно-то! Это Окунёвое нас радует.